А вот на чем экономить нельзя, так это на здоровье. Диагноз «сахарный диабет» в Иркутской области имеют более 70 тысяч человек. Ежегодно только на покупку тест-полосок для определения уровня сахара в крови каждый больной тратит около 3000 рублей. Но есть надежда, что уже совсем скоро эта статья расходов исчезнет из их семейного бюджета. По крайней мере, именно этого будет добиваться законодательное собрание региона. В Иркутской области заканчивается подготовка к запуску одного из самых масштабных промышленных проектов последних лет. Речь идет о заводе по производству тест-полосок, где побывал спикер областного парламента Сергей Сокол. На сегодняшний день выпуск продукции идет в тестовом режиме. Весной здесь планируют получить сертификат на полоски и тогда уже начать выпуск готовой продукции. Мощности производств хватит, чтобы обеспечить тестами как минимум треть нуждающихся по всей стране. Но больные диабетом из Иркутской области на особом счету. Мы в ближайшую корректировку несем предложение по выделению денег на то, чтобы мы могли бы всех наших диабетиков обеспечить бесплатными тест-полосками. И это сделано, как это сделано, уже более чем в половине субъектов федерации. На это потребуется чуть больше 200 миллионов рублей. Это должно охватить не только детей, это должно охватить и взрослых.